Всем привет, ребятки. У меня 8 часов утра. 25.09. Вы так заметили эти часы? Вот. Надо мне объясниться, почему я в 12 часов вам сказал доброе утро. Вы вообще уже с ума там посходили. Уже не знаете, к чему прицепиться, ё-моё, блин. Я по полночи не сплю. Я бывает ночью просыпаюсь, понимаете? Сижу до утра, утром ложусь опять спать. Просыпаюсь. Я свободный человек, ё-моё, понимаете? Я не привязан к работе, только к своему вот дому. И все, и не более того. Поэтому хрень всякую писать не нужно. Вы на самом деле думаете, чего ерундой занимаетесь. В 12 встал, там какая разница, во сколько я встал. Это мое личное время. Вот, в общем, вот так. Время 9 час, пока я еще ни один триммер не слышал, чтобы заводился. Сейчас люди начнут заводиться, чтобы не греметь тут с утра, блин. А то кто-нибудь выйдет палкой по горбу даст, блин. Да это, пойду в сад подымать деревья. Ничего так побелился, смотрите, как беленький такой стал, красиво. Он ту стенку забыл побелить. Пойду выкашивать траву. Пилу отдал, блин. Ну не моя, что поделать. Ты же повыпиливать. Столько тут всякого, я смотрю, вообще лишнего. Просто прям вот это надо убирать. Жесть. Эти я так и не повытаскиваю. Палки эти. Блин, забиты они там вообще по-нормальному. Вот ветку одну тут подымал. Яблочки. Яблочки. О, уже червяк полез. Говорят, это самое. Я вчера разговаривал, говорят, что надо было, ну, опрыскивать, когда цветок только появился, что ли, что-то такое, короче. Ну, вроде ничего так. Нет, вон деревья, смотрите, вон дерево, деревьев столько лишних здесь вообще, смотрю. Я думаю, это все надо выпиливать отсюда. Потом надеюсь, что пилу приобрету, да повыпиливаю. Пошли домой. Кс-кс. Пошли. Появилась у меня собачка. Как у меня на конюшне Тики за мной бегала постоянно. Так же опять. Еще одна. Че? Да, конечно. Иди сюда. Эй. Ай да неспокойная я, да? Ай да неспокойная я. Ладно. Пойду попью кофейку. Кому-то кофе не нравится, много кофе налил. Вы вообще с ума сошли? Я смотрю, столько народу и... Блин, вот кто до чего докапывается вообще? Вот люди, жесть. О, Виталя в прошлый раз рубил траву тут. И все, капец ему пришел. Не, ну его можно наточить-то, выровнять. И дальше, но он уже будет бить. Уже вал разобьет. Поэтому. Ох, какие розы-то. Посмотрите, как они в каждый день растут. Фига себе. Вот. Смотрите, как круто. Вообще красотища прям. Вау. Во. Круто, конечно. Две розы тут. Вот желтая одна и одна красная. На Дальнем Востоке эта роза в магазине стоит сейчас уже, по-моему, рублей 70. О, желтенькая.
Здесь что-то, по-моему, два куста. Разных посажено в одном этом. Что ли? А, ну... Ай, блин! Ну да, вот один куст. Ага, это красные. И вот желтый куст. Ну, у этой аж красный оттенок, смотрите. Тоже как-то берет цвет от этой красной. Надо чик-чик-чик постричь вот эти лишние ветки. Короче, езжая, я так вчера в доме и не нашел. Что-то я облазил везде, там все поперевернул. Куда делся этот еж? Когда ушел, не знаю. Мы здесь сидели возле двери этой, разговаривали. Когда он ушел? Может, где-то в доме сидит. Но я так и не нашел его нигде. И ночью не слышал, чтобы он там шкрябался. Эй, кс-кс, пошли. Пошли домой. Идешь? Трень-трень-трень, коза-коза-коза. Вот так вот. Да? Ладно, пойду попью кофейку пока. Пока тишина на улице вообще нормально. Ну все, и пойдем потом в сад. Яблоки подымать, пилить, отпиливать. У меня хотя есть это. Ножовка же есть. Где надо будет, я там ножовкой поотпилю, если что. Так что давайте, смотрите дальше. Ну что, ребят, пойдемте пилить. Я имею в виду косить, а пилить. Это я так говорю. Сейчас я тут немножко подровняю. Ну вот бачок закончился, пойду одену очки, а то прям в глаз летит и прям в один постоянно, блин. Защитных очков нету, пойду хоть темные одену, да, бензину залью. Ну у меня еще там на бачок, наверное, бензина. Сейчас еще до туда пройду, сколько скашу. Ну вот это я думаю, что скашу сейчас все. Хоть здесь немножко почистить. Сейчас бензина уже все нету. Ну сколько тут хватит. Да потом уже в эту сторону еще почищу. Там-то не буду трогать то, что это. Ну, отделяют. А так, есть вон, смотрите, вот эти вот деревья, они вообще тут беспонтовые. Возьму пилу, повыпиливаю их. Ну, которые не нужны, в общем. Ладно, сейчас бензину налью. Вот весь мой бензин, ребятки. Сейчас я позвоню человеку, он как раз в Павловской. Попросил, купит мне 5 литров. Этот, масло у меня еще есть. Так что сегодня весь день буду косить все, что можно. Ну, пока мне дали 3. Попользуюсь моментом. Сейчас бачок потрачу. Не знаю, сколько тут хватит. Ну, хватит здесь, наверное, в саду-то уже. О, еще полбачка есть. Пока, в общем, хватит. Ну, косить много, еще там надо скашивать. Там тоже алыча стоит, это слива там. Тоже надо под деревьями везде все повыкосить, чтобы они хоть дышали. Да потом пройдусь, поподыму там, где подымать надо. Ну все, пойдемте на ту сторону. Здесь надо диск одевать и пройтись диском. Просто очень-очень много молодых саженцев, деревьев.
их тяжело леской срубать, поэтому надо, в общем, диск. Ну это ладно, уже потом. Потом мы разберемся. Пока как-то так. Вон, смотрите, какой бурьян. Сейчас я его положу весь. Ну что, ребят, бензина у меня осталось не так много. Сейчас я вот здесь вот уже доделаю вот этот угол. Ну и все, и, наверное, до вечера. Вечером бензин привезут, ну и станет уже попрохладней. Пойду там остальное доделаю. Там, в принципе, немного осталось. Ну и все, и уже до следующего раза тут. Может, уже свой триммер приобрету, да. Надо диском проходить. Очень много молодых деревьев. Ну, маленьких еще. Надо спиливать, потому что, ну, зачем они? Только засирают поляну, блин, это все. Ладно, погнали дальше. Ну что, ребятки, вот видно теперь, что тропиночка даже есть тут. В общем, вот так, друзья, выкосил. Ну, здесь так немножко прибрал. Да хорошо, что вот Виталий ее попилил. Сейчас она немножко подросла, сейчас она вообще четенько скашивается прям нормально. Ну, здесь тоже вот немножко прошелся. Надо вот это отпилить. Убирать. Ну и в саду, ну я говорю, в саду надо. Блин, нифига тут оказывается. Вот это надо все спиливать. Вот этот вообще участок весь надо выпиливать. Здесь, видите, огорожена этой сеткой рябица. Вот. Я не знаю, что здесь было. Может, держали что-то, курей или что. Вот это надо все чистить. Вот, ну прошелся здесь так вот более-менее. Побрибрал, яблочки надо поподымать, пройтись. Вот видите, какие. Вот тут есть яблоки. Немного, но есть. Все равно. Вот много деревьев, ну, молодых вот этих кустов. Они как бы не нужны. Надо просто взять это самое, как он называется, диск. И диском пройтись, видите, я сюда даже заходить не стал, так вот, где смог. Тут очень много деревьев. И диском пройтись, все вот это выкосить везде. Вот, видите, их очень-очень много. И все, и будет тогда вообще четенько, прям чистенько-чистенько будет. Ну, здесь поубирал, здесь, конечно, сразу результат видно. Прям тоже нормально. Выкосил тут, нифига, дорога такая. Вообще круто. Я вот думаю, ну потом, в будущем, я хочу вот здесь вот беседку поставить. Прикольно будет. Это дрова. Вот. Лежат. Их надо собрать и стопить. Ну сюда вот этот угол я не зашел. Бензина нету, все, у меня бензин закончился. А видите, здесь тоже надо повыкосить так нормально. Вычистить. Вот два дерева. Три. Алыча. Алыча, блин. Ну здесь вот что по деревьям. Ну чистенько же, красиво, вот так вот. Наверное, должно быть. Ну туда я уже, наверное, не полезу. Я там еще пройдусь вот так вот. Участок вокруг этого дерева. И все, ну и здесь вот еще вычищу. Видите, сколько этой было? Как она называется? Акация. Это тут столько пеньков, он кругом.
кругом. Посмотрите, сколько ее. Сколько тут люди выпиливали. Смотрите. Вообще жесть. Короче, можно только со своего двора топиться и топиться, и все. Большие деревья я понемножку, потихонечку покладу. Вот, ну здесь забор должен быть. Здесь тоже вон веток всяких-то. Стопится все потихоньку, потихоньку все. Все стопим. Они сухие вон все. Вот так вот, короче. Все это дело выглядит сейчас. Спасибо, конечно. Кстати, тезка мой Юра, спасибо ему большое. Вот тоже куча, видите, дров. Все стопится. Спасибо ему, сотренер огромнейший. Вот, не заберет, если сегодня вечером тут. Мне бензину привезут, и я еще там доделаю. Ну, в общем, вот так. Прошли у меня часа 3. Я в 9 вышел уже. Не знаю, что, 12 час, наверное. Я заходил воды попить. Сейчас посмотрим, сколько время. Время, да, 11:30. Ну, 2,5 часа. Нормально. 3 бачка я сегодня спалил. В общем, круто. Ну все, короче, ребят, на этом все пока. Ну, с этим видео все. Следующее видео будет завтра. Там доделаю, сегодня вечером буду снимать. Ну и с окнами буду разбираться, пройдусь там, где почистить, где что. Я вот здесь вот начинал чистить, видите. Смотрите, как вообще нормально. Почистить их полностью, поперекрасить. Ну, здесь эти окна я все равно менять буду, поэтому я там даже заморачиваться не буду. Вот эти тоже почистить все, покрасить. Все, и будет красивенько. Ну все, ребят, на этом все. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте подписываться на канал, потому что я говорю еще раз, народу очень много неподписанных. Ребят, подписывайтесь, подписывайтесь. Вам ничего не стоит, а мне, блин, в радость. Честное слово. Ну все. Ставьте лайки. И всем пока.